На международной выставке «Россия» в Москве продолжается фестиваль профессий. На стенде Тюменской области с посетителями знакомятся образовательными учреждениями региона. Тюменский колледж производственных и социальных технологий и Тобольский многопрофильный техникум приготовили мастер-классы по профессиям. От ландшафтного дизайна и геодезии до виртуальной сварки. Сегодня мы единственный техникум, который готовит именно СПО, среднее профессиональное образование, которое готовит ветеринаров за Уралом. Я думаю, школьникам сегодня будет интересно познакомиться, ну, в том числе и с высокотехнологичными производствами. Я подключала контакты света, электроники, открывания и закрывания. Необычно то, что стоят датчики закрывания, то, что если стоит препятствие на стенде.